Вчера присутствовали чеченцы. Он тоже. И блондинка тыкала в нас пальцем, чеченец кивал и контролировал каждого из нас вот на выезд. А мы тут будем. Вы понимаете, что завтра, послезавтра, а тем более они позавчера обещали, что через неделю вы поймете, кто в доме хозяин, что просто мы можем превратить город в кровавые реки, то, что творится у нас. Но я с вами согласен полностью. Почему? Вы же понимаете, что мы не стадо оленей, мы не будем ждать, пока на нас шакалы будут. Мы волк. Мы пока платим. Ну, давайте так не будем, прежде всего, вы люди. В данной ситуации...